Добрый вечер. Нет, да. Добрый вечер, друзья. На самом деле, несмотря на то, что я впервые на Удинской ноте, в Обнинске я был уже не один раз, и мне кажется, вот у этого города есть замечательный какой-то свой характер и совершенно волшебный уют. Очень люблю сюда возвращаться. Как ни крути, а этот мир не помещается внутри. Боли, боли, свини, свини. Смотри, смотри, к нам не придут голосатые с небес. И здесь растут многоэтажные дома. Быстрее всех и выше всех, и крепче всех. Погасим свет. И твои ласковые пальцы якоря, взъерошив волосы, исчезнут, упадет на белый лоб упрямый локон. Посиди со мной немного, мне с тобой так светло, иногда почти не боль. И пуст вокзал, и детский голос досчитал до полуста. Я не спрятался, и ты не виноват. Горят в закате голубые поезда, которых я смотрю на отражение, где размытое лицо, забытый кем-то неразгаданный кроссворд. И вырвался ответы, мальчик, где искать? Следы уводят за глухую темноту. Волчу укусит и заплачет, не грусти. Нам унесут крахмально-белые врачи. Мы потерявшиеся письма, мы ключи, что поломались, открывая красоту. Теперь лежит в одной коробке, я усну. Планета вертится со мной без меня. На небе радуга со мной без меня. И зреют ягоды со мной без меня. Не буди, нас ометрёмся, словно лодки рыбаков. Но вот уже уносит волны. Посиди со мной немного. Мне с тобой так светло, уже ни капельки не боль. Спасибо большое, Олег. Завтра можно будет послушать.